Привет, привет, здорово, здорово. Чтобы стенки эти улучшить, нужна глина, смотрите, да? То есть нам нужна глина будет, это раз. Нам нужно, так, нужно новый лук сделать, это два. Можно расставить колышки, это три. Чтобы оборону немножко улучшить. Так. Вот эту пристройку хорошо бы успеть снести. Было бы неплохо очень даже. Сейчас я колышки, которые накрафтил. Блин, они сейчас золотые, пипец вообще. На вес золота. Я бы сказал. Мне тут товарищи все. Кстати, ребята, кто качал, как он называется, ссылку я неправильно дал и в прошлом видео забыл исправиться. У меня там два файла валялось. А что-то у меня два топора. Тын-дын-дын, что же с ними делать-то, а? Ну, один-то явно лишний, да? Его нужно было в печку засунуть, а я что-то забыл. Ну ладно, сейчас я тогда скину его, чтобы лишнее не таскать с собой. О! Зомбятинка пришла. Тин-дин-дин. А где молоток только что? А, вот он, третий. Дерева нету. Тара-тара-тара. Тара-тара-там. Кстати. Где у меня ключ-то? Ключ нужно с собой. А, ключ с собой, все. Так, это тогда топорик сюда. Сюда. Каску не знаю, блин, ну. Ну пускай будет со мной, да? Что у нас еще? Планы какие на сегодня? В общем, сегодня ресурсы. Я не знаю, насколько получится интересная серия. Может быть, это даже и вообще ни серии не будет, собственно говоря. Да, это мы... А, ну само сейчас офнится, да? Ну, нормально. Шишечки посадить надо. Шишечки посадить. Глины накопать и всякой ерунды наделать, да? Давайте дерябнем. Вот так вот дринканем. И вот это вот мясцо покушаем. Так, да? Отлично. Стрелы новые накрафтим, металлически все, все круто. Так, это я сюда положу. Стрелы, я думаю, закончатся. Ну, пойдем. Кстати, нашел, я вспомнил. Вернее, не вспомнил, я пересмотрел. Я помню, что были Mechanical Parts. Я думаю, почему у меня их нет в кармане? Оказалось, все просто, собственно, как я и предположил. Пересмотрел видос, и я их оставил. Их там, по-моему, 8 или 9 штук. Короче, они остались в магазине в Тулсах, вот там он где-то. Который я смотрел. Где этот магазин-то, блин? Хе-хе. Черт его знает. Слушай, а почему я его не пометил? Так, медицина, тыры-пыры. Где-то он рядом, значит, потому что. Поэтому я его не пометил. Так, нужна трава. Так, трава. Я думаю, все-таки, может быть, сгонять в сторону, как он называется там. Вчера сказал аирдроп, а не аирдроп. Вчера я ошибся. Сгонять в сторону клада. Может, нам все-таки денег дадут. Это было бы неплохо. Поиметь денежку. Кстати, вот эти деревья не растут, насколько я понимаю. И они всегда будут такими маленькими. Их нужно срубить, чтобы посадить заново. Срубить на шишки, так сказать. Это еще, по-моему, не выросли у нас деревья, да? Немножко дерева, немножко камней, того всего. Что-то шишки не дает совсем. Фувки. Так, что у нас тут? Еще перышки. Тара-та-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Травушку-муравушку. На лук нужно сделать.
А время-то неумолимо бежит вперед, да? Уже 7 часов, 8. Слушайте, сколько гнезд траву, когда выкашиваешь, да? Находится. Неожиданно совсем. Казалось бы, уже вроде все гнезда в окрестностях разорил птичья. А они вон. Все больше и больше. Ну, с перьями... Да не надо ломать гнездо-то, господи. Коза. Здесь у нас будет делянка дровяная, да? Народ переживает, кстати, в этом комментарии я читаю же, да? Как так? Опять зарылся под землю. Блин, ну ребята, ну если это работает, зачем это изменять? Я зарылся не навсегда же. Я сейчас накоплю немножко ресурсов. И, соответственно, займусь, может быть, даже на этой неделе. Но это вряд ли. Так, я хотел лук сделать. Новенький, с нуля. Тем более там подкачался немного у нас. А это мы скрапанем. 12 стрел еще осталось. Зомбятина. Пойдемте зомбятину завалим. Как раз стрелы, может быть, у нас. А топором-то быстрее. Нифига себе, фиолетовые уже дают. Ну-ка ему повышенный урон. Не получилось, не попал. Да что ж ты, падла такая, а? Yes! Yes, yes, ОБХС. Держи, фашист, гранату. Ну, вчера, конечно, там вот эта сосисочная делегация, которая... Клад у нас там, да? Сейчас забегу. Кстати. Что нам нужно разбирать? Слушайте, а здесь что-то без меня тут все сделали уже. Кстати, нужно сделать вот эту штучку. Пускай делается. Я полностью сюда не хотел заходить, потому что тут не особо как бы дроп ценный. Ну, коли здесь... Ого, пистолет. Рецептики. Ну, коли здесь уже кто-то снес дверь, мы проведаем. Так, это мы заезжаем, это мы... Ну, прочитаем. Пистолетик сюда пускай будет, а это скрапанем, это нам не надо, да? Водичка пускай будет, кровь пускай лежит, я ее, может, выпью. Я как вампира выпью крови, напьюсь кровушки. Ну, здесь не особо богатая. Вот, кстати, можно разобрать еще. Так, не буду. Там, по-моему, электронные запчасти. Они нафиг не нужны пока. Тут сейф есть. Но сейф тоже долгая история. Долгая история. Небогатый. Барчик. Ничего особенно такого нету. Надо корзинки разбирать. В корзинках иногда бывает прям аж до двух mechanical parts'ов. Поэтому, а mechanical parts сейчас то самое, что нужно. В телевизорах, по-моему, только у нас этот, электроника идет. Это что такое? О, отлично, mechanical parts дали. Может, как-то полегче стало? Или мне кажется? Кожуры дали. Так, это мы скрапанем. А это возьмем вместо молотка. Да. Ту-ту-ту. Блин, уже хочется назад. Потому что места-то нету. Место. И какашечку дали еще. Замечательно. Теперь я с какашечкой, теперь все будет хорошо. Так, пойдемте заберем. И наверное, все-таки домой будет сбегать. Отнести лут, потому что что-то его уже стало дофига. 9 штучек. А, уже шипит. Так, кстати, вот такие корзинки надо разбирать. Ну-ка. А местов-то не особо, да? Нафиг кожу.
Давайте мне mechanical parts. Мне очень нужны. Так, одну дали, да? Замечательно. Так. А с этого что? Я не помню, честно говоря. Блин, она же ломится где-то, тварь. Как долго, слушайте. Пипец, ключ вообще дрэповский. Короче, здесь электронные всякие штуки. Где ты тут шипишь, тварина, блин? Опять ползун. Да что ж такое? Голова у тебя какая-то хитрая. Хитро сделанная голова. Так, ладно, шлем нам не нужен. Где домик наш? Пойдемте скинем. Потому что я вроде как собрался с закладом, по пути там за ресурсами, набить травы, накопать, может быть, глины, может быть, деревьев, там еще что-нибудь такое. А что это у нас? Дождик, что ли? Как-то потемнело. Дождик ли-ли-ли, чтобы было веселее. Так, 4. 4 кондишки, и я уже в дамках. Короче, у меня вроде как должно хватать. Там вроде 20 нужно было, да? Механикал парцев. Но проблема в том, что у меня ключа нету. Так, кстати. Кстати. И репарить я его не могу тоже. Чем это? А, Forged Steel. А у меня нету, да, стали? Так, это мы тогда вот так вот, чтобы сэкономить место. Я все никак не выберусь из города еще. Так. Что нам надо? Шоколаду, да? В принципе, побежали. Там по пути кактусов нарубим, будет целая кучка травы. И надеюсь, может быть, нам повезет. И что-нибудь выкопаем. Ей-богу, тут пока дойдешь, блин. И, во-первых, будет полный инвентарь. Во-вторых, так, майнер, как я говорю, бир, да? Или еще правильно, наверное, будет майнер 69. Можно прокачать. Конкрет миксинг. Ну, не знаю, наверное, пока отложим. Пока не буду я конкрет миксинг качать. А я-то, кстати, и не дошел. Пока рубил кактусы, пришла целая толпа зомбачков. Пришлось всех убивать. Вот. И, собственно говоря, видите, да, 2 часа дня. До сих пор еще никак не могу дойти до нужного места. Поставил крафтиться порох. Конечно, я не знаю, как скажется. Ну, с другой стороны, раньше, получается, я имею в виду про ресурсы. То, что сейчас поташ валится с этого. Так, банки у меня есть? Нет, банок у меня нет. Ну и ладно. Нет, так нет, значит и не будет. А раньше это все можно было под землей добыть. Сейчас нельзя. Сейчас они с камней валятся. Так что думаю, в принципе, это как бы нормальная замена такая. Не скажу, что прям на 100% я уверен в этом. Но посмотрим. Мне кажется, где-то убавили, где-то добавили. Это правильно. Блин, тут какая-то прям ответственная скалища. Придется обходить, да? Так, ну, блин, все равно плохой ствол. Дождики. Когда ж я доберусь? Хотел сегодня нормально, блин, пок ресов, короче, это понасобирать. А в итоге опять занимаюсь ерундой какой-то, да? Реально ерундой. Звук такой громкий, нифига не слышно, кто рядом есть, нету. Такое чувство, что кто-то шипел. Ну, может, показалось. Пур-пу-пум. Не могу я пройти мимо такого количества
свинца. Там сбоку где-то мамаша идет. Да что ж такое, а? Получи... Ох, нифига себе. Так. Давайте спиртика навернем. У меня и места не осталось, блин. Так. А я на месте. Кстати, да? Давайте попробуем сделать хитрую штуку. По карте сориентироваться. Так, да? И может быть у нас все получится. Вот так вот. Единственное, что место. Места нету совсем. Так, водичку можно выпить. И яйки, в принципе, выкинуть тоже можно потом будет. Да? Нам можно не потом, а прямо сейчас, в любом случае. Ну, поехали, попробуем раскопать. Надеюсь, получится. И надеюсь, там будет куча дублонов золотых. Пиастры. Пиастры. Пиратский клад. Так, там нужно копать, по-моему, на 3, да, в глубину? Ну, на 3-то я уже выкопал, мне кажется. Только что-то я не вижу ничего. Ничего не вижу. Ну, где-то здесь вроде должен быть. Так, у нас сегодня 4-й день. Я просто к тому, что может... На голову, чтобы не свалилась мне какая-нибудь гоп-компания. Жалко, что здесь не этот, не глина. Так бы сразу два дела одним махом, так сказать. Да, фокус не удался, короче. Факир был пьян. Нет уклада. Сейчас сюда еще попробую немножко в бок. Так, что это такое? Хе-хе-хе. Падла, смотрите, идут. Стадо идет. Прям на мою. Там прям туда, где я, да? Вот сволочи. Чё ты орёшь, тварь? Не дали спокойно клад выкопать. Да блин, какой я косой, а? Нафиг эти таблетки уже. Столько, что, в принципе, уже можно магазин открывать, аптеку. Так, это мы скопанем, перышко давай. Ну что, блин, делать? Еще покопать? Или вон ту зомбачку убить? Тын-дын-дын. Ладно, давайте еще попробуем. В бок немножко копнуть. По идее, здесь должно было бы уже видно быть, если бы оно было здесь. А не видно ничего, да? Небольшое такое стадо, блин. Как специально, да, сгенерилось.
И за мной. Не, бесполезно, короче, тут копать. Ну-ка, сейчас сюда еще немножко. Пару блоков земляных уберем. Не, нету, короче. Ладно, поехали домой. На, глины где-нибудь по пути накопать, короче, и все. Неудачная поездка закладом. Сейчас здесь тогда немножко пофармлю и побегу, кстати. Давайте дупло посмотрим. Жаль, очень жаль, кстати. Очень-очень жаль, что не получилось склад выкопать. Ну, ничего страшного. Так. Нафиг. Нафиг. Медок давай. Дело было к вечеру, делать было нечего, да? Ух ты, а это что такое у нас тут, Какая красота. И это скрапнем, да? Так, что у нас тут? Всякая ненужная фигня. А здесь... Ай, ничего нельзя, получается, использовать. Чей-то лагерь. Зомбачков что-то не видно. Ух, пилюлька. Домой сейчас пойду, в общем, ребята. На сегодня, я думаю... О, зашипела уже где-то. Тварь. Где он только? Непонятно. Спереди где-то. А, ну, наверное, те, которых только что я видел, догнали меня. Да. Канюшки наберем. Немножко. Да иди ты в баню. Времени нет с вами возиться, ребята. Ага, вы еще такой толпой приходите сразу. Ну, вас в баню. Перегрев снялся немножко. Это хорошо. Ой, машинка он стоит, да, вроде как я вижу. Слушайте, я надеюсь, хватит мне. По-моему, должно хватить. Mechanical парцев. Сколько это? Наделал 11, и, по-моему, дома у меня 12. А там, по-моему, 20 нужно было. А что я гадаю? Что я гадаю-то? Зачем мне гадать? 20-то нужно, да? Отлично. Время сколько у нас? 7 час. Успею я до дома добежать? Места нету, блин. Нету, нету. Просто категорически нету. Тут с мотоциклом-то гоняешь, не хватает места. Слушайте, а стамина не убывает уже, смотрите. 108, 108. Всего лишь на 1 единичку прокачал, получается, этот майнер, 69-ер. О, еще свинечек. Пульки будут. Замечательно. Кстати, сейчас мне подсказали, что... Можно свинтить печку тоже. Единственное, что, наверное, с нее все-таки нужно все достать будет, прежде чем свинтить. То есть на новое место, чтобы ее перетащить. Блин, какой громкий звук, обалдеть просто. Ну, побежали.
Ну что у нас? Вот и Home Sweet Home, так сказать, да? Куча ресурсов. Это у меня 1000 травы. 5000 дерева почти. Ой, 5000, говорю, 10 тысяч почти дерева. Так, а где у меня здесь проход был? По-моему, с той стороны, да? Можно будет серьезно укрепиться на первое время. Кстати, вот здесь вот будет, по идее, выломать, нормально сделать этот. Так, у меня мало ткани, да? Кто-то мне писал, что, говорит, два ряда кольев хватило. Но, блин, я не знаю, если спаун стоит маленький, то, может быть, два ряда кольев-то и хватит. А если спаун побольше поставить, то вряд ли хватит двух рядов кольев. Мне так кажется. Так, сейчас поскидываем. Давайте проверим, что у нас там с помощью глины как улучшается. Так, где у нас молоток? И что это получилось? А, теперь свинец нужен. А, это, наверное, когда промежуточная штука, типа это. Типа как каблстоун, мне кажется, да? 1000. Ха-ха, ремонтируется песком, пипец. А вот это сколько? 500. Ой, я не знаю, честно говоря, по-моему, тоже фигня полная. Что это, что то. Ну-ка, сколько у этой хп? 200. Ну, это меньше еще, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо подумать, в общем, по этому поводу. И вот здесь вот нужно все это дело разобрать. Вот это хотелось бы штучку оставить, можно было бы отстреливаться. Тогда надо вот это вот разобрать. Заодно и полутать сейфик. Кстати, по идее, этого можно будет скрутить и сделать переносной сейф. Свой личный, так сказать. Так, еще немножко. Сейчас у нас дырка на улицу, наверное, будет, да? Ну-ка, ну да, так и есть. Такой себе выход. Так, а что нам сюда можно поставить на время? А ничего толком не поставили. Зомбак, смотрите, насколько снес уже. Красота. Что у нас там? Кстати, я могу уже магнум собирать. Нашел рецептик. Так, я понимаю, насколько сейф нужно будет демонтировать с помощью, как он называется, с помощью ключа, наверное, скорее всего, да. Так, ладно, это я потом на потом отложу. Тык-тык-тык, дырочку надо заделать чем-то, да. Хотя бы на время. Сделаем деревяшку просто временную тогда. Парочку. Так. И запилим. Прямо на колышек. Так и так, да? Пускай будет. Завтра разберу. Завтра у нас 5 число. Как раз собачки завтра прибегут. Собственно говоря, можно будет немножко ресурсиков опять пособирать. А остальное время можно будет разобрать вот эту часть дома, которая не нужна. А вот эту штуку, в принципе, можно будет оставить. Она интересная. Кстати, хо-хо, глядите. Здесь, оказывается, столы. Может быть, вот эта вот металлическая штука снимается. Вот это поворот, да? Ну-ка. Точно. Глядите, как сделано хитро. Так, и мне нужно еще сделать штуковин, чтобы нам не лазили непрошенные гости. Вот таких вот решеточек нужно наделать. Что, может быть, даже здесь? Точно, ты посмотри. Закурковали. Хотя можно было, наверное, вот здесь вот. Не разбивать ничего. Ну... Я-то думал, это металлические блоки, а они, получается, это не металлические, смысла у них нету вообще. Их нужно будет разобрать тоже.
потому что брони никакой у них не будет. Они никакие. Ну ладно, ребята, поеду я вниз. Там нужно заправить, тот металл хотя бы немножко есть, ну, заправить, чтобы он это крафтился, всасывался в печку, ну и всем остальным заняться. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, кто еще этого всего не сделал почему-то. И всем удачи, всем пока.